В этом году лекарства и медицинские изделия поступят в больницы и поликлиники края позже. Это связано с колебанием курса доллара, из-за чего сроки госзакупок пришлось сдвинуть. Министерство здравоохранения уже начало проводить торги. На аукционах будут представлены почти 2600 позиций на общую сумму свыше 2 миллиардов рублей. Из этих денег 1,5 миллиарда уйдет на лекарственные препараты, остальное на изделия медицинского назначения. В Минздраве планируют обеспечить поликлиники и больницы края лекарствами уже в марте. А вот медицинские изделия поступят в учреждение не раньше апреля. Впрочем, по словам специалистов, дефицита лекарств в крае не наблюдается. На складах еще остались прошлогодние запасы. Мы часть закупок перенесли на первый квартал. На сегодняшний день мы свою работу в этом отношении завершили. Что у нас нового было в этом году? Отработала группа специалистов. Это наши доктора, это наши медсестры, которые пользуются лекарствами, которые пользуются изделиями медицинского назначения, которые отобрали, на наш взгляд, те спецификации, технические условия для закупки лекарств. И, соответственно, вторая наша задача – это провести такие конкурсы максимально прозрачно и, соответственно, максимально привлекая к этому наших поставщиков.